Каждый владелец, который привез продавать на рынок грибы или ягоды, обязательно должен предоставить свою продукцию для радиологического контроля, причем независимо от зоны ее произрастания. В лаборатории ветсанэкспертизы дары природы помещают в контейнер, взвешивают, затем загружают в специальный прибор для определения содержащегося в них цезия. В грибах он не должен превышать 500 бекерелей, а в ягодах 40. После исследования владельцу выдается заключение о праве на реализацию продукции. Уважаемые десногорцы, пожалуйста, при покупке ягод, грибов обязательно требуйте талон ветсанэкспертизы. В талоне ветсанэкспертизы было указано число, даже число и время проверки этой партии. Нынче, с начала сезона, в лаборатории ветсанэкспертизы было исследовано 62 партии лесной продукции, 11 из них – черники, и ни в одной не установлено превышение допустимого радиологического уровня. Ягоды к нам привозят в основном из Рославльского района и Белоруссии.